Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Rama, Rama, Hare, Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare
Шила Прабхупада ки, Нитай Гауру Премаде. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. Итак, добро пожаловать, дорогие преданные, особенно все те, кто только приехал на ретрит. Hare Krishna. Очень рады. Сейчас преданные только съезжаются. Вот сегодня у нас небольшая программа. Последние несколько дней мы в связи с днем ухода Шилы Харидас Такура мы в разных местах с преданными обсуждали славу Харидас Такура, как она описана в Читане Бхагавате, в Читане Чаритамрите. Но до ухода Харидас Такура так и не дошли. И вот сегодня мы почитаем об уходе Харидас Такура. Это, конечно, очень особая игра. Конечно, уход великих преданных — это всегда, с одной стороны, это праздник любви, потому что все преданные ощущают особую милость, в особенности в момент ухода Харидас Такура. Это особый уход. Господь Чайтанья лично присутствовал при этом. Харидас Такур держал его стопы, смотрел его лицо, и преданные пели киртан. Вот так, переполненный любовью, Харидас Такур ушел, да, из этого мира. Конечно, особый уход, особая милость. И это одновременно и радостно, и с другой стороны, одновременно преданные испытывали сильную боль разлуки с Харидас Такуром, поскольку он был очень дорогой преданный для всех вайшнавов. И как мы обсуждали, описывая славу Харидас Такура в предыдущие дни, то есть Харидас Такур практически участвовал во всех играх с самого начала, с явления Господа, даже до явления Господа Чайтаньи. Это тоже уже была, можно сказать, игра его явления, когда они вместе с Адвайта Ачарьей призывали Господа Чайтаньи. Потом Господь Чайтанья явился, Харидас Такур тоже был на Вадвипе в это время. И так или иначе он был свидетелем каких-то игр Господа. Потом Господь начал свои проявленные уже открытые игры, санкиртаны. И Харидас Такур, ну, уже. Харидас Такур тоже в этом активно, конечно же, принимал участие. Вот. И когда Господь Чайтанья ушел в Джаганнатхапури, Харидас Такур тоже отправился туда. Господь Чайтанья лично ему выделил место в саду дома, в котором он жил. Вот на окраине этого сада, на берегу океана, Харидас Такур проживал вот в своей хижине, воспевая 300 тысяч святых имен ежедневно, иногда даже больше. Вот иногда он давал обет прочитать за месяц 1 миллиард стихов. Шрила Прабхупада пишет, что для того, чтобы прочитать, нужно читать каждый день 333 тысячи 333 раза, еще 10 раз, он говорит, повторить. То есть так, это достаточно непросто. Вот. Но Харидас Такур был настолько, да, поглощен воспеванием, то есть он особо был уполномочен Господом проповедовать славу Святого Имени и воспевать, да, Святое Имя. Он был в блаженстве, воспевая Святое Имя. И множество различных историй происходило, вплоть до того, что мы буквально позавчера мы здесь читали, как сама Майя Деви, иллюзорная энергия Господа, или Дурга Деви, приняв облик обворожительной девушки, то есть пришла и 3 дня пыталась соблазнить Харидас Такура. Потом она призналась: я просто тебя проверяла, настоящий ты духовный учитель или нет, хочу тебя попросить святое имя.
И Харидас Такур дал ей посвящение в Хари Кришна Махамантру, Харинама, инициацию. Поэтому она тоже инициированная ученица в нашей сампрадае. Так что с Майей Деви у нас особая договоренность, она особо очищает преданных искон и Господа Читания. Итак, глава 11, Антиалила, уход Харидас Такура. Я в почтении склоняюсь перед Харидас Такуром и его господином Шри Чайтанья Махапрабху, который танцевал с телом Харидаса на руках. Слава Господу Шри Чайтанья Махапрабху, который очень милостив и очень дорог Адвайте Ачарье и Господу Нитянанде. Слава господину Шриневасы Такура. Так иногда называют Шривас Такура, Шринивас или Шривас. Имеется в виду Шривас Такур. Слава господину Харидас Такура. Слава любимому господину Гададхары Пандита. Слава владыке жизни Сварупы Дамодары. Слава Господу Шри Чайтанье, который очень дорог Кашимишри. Он владыка жизни Джагадананды и Господь Рупы Госвами, Санатаны Госвами и Рагунатхи Даса Госвами. Слава трансцендентному телу Шри Чайтанья Махапрабху, который есть сам Кришна, Верховная Личность Бога. Дорогой Господь, яви мне свою беспричинную милость и даруй прибежище у своих лотосных стоп. Слава Господу Нитянанде, который дороже самой жизни для Шри Чайтанья Махапрабху. Мой дорогой Господь, пожалуйста, займи меня преданным служением у твоих лотосных стоп. Слава Адвайте Ачарье, которого Шри Чайтанья Махапрабху считает старшим за его возраст и почтенность. Пожалуйста, займи меня преданным служением у твоих лотосных стоп. Слава всем преданным Шри Чайтанья Махапрабху, ибо Господь для них дороже самой жизни. Пожалуйста, все вы даруйте мне преданное служение. Слава Рупи Госвами, Санатани Госвами, Дживи Госвами, Рагунатхи Дасу Госвами, Рагунатхи Бати Госвами, и Шили Гупати Гупала Бати Госвами, шести Госвами Вриндавана, все они мои повелители. И я пишу о деяниях и качествах Господа лишь по милости Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников. Я не знаю, как об этом правильно писать, но делая это, я очищаюсь. Да, такое вступление очень необычное. Характеристика говорит уже о том, что сейчас будет что-то сокровенное. Когда преданный возносит столько молитв, значит, он хочет рассказать что-то очень-очень сокровенное. Да, и, конечно, уход Харидас Такура, это было очень таким наполненным любви, любви в разлуке, любви во встрече, да, то есть разные-разные чувства, да, примешаны были, это был очень трогательный момент. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганатхапуре вместе со своими близкими преданными и наслаждался вместе с ними пением Махамантры Харе Кришна. Днем Шри Чайтанья Махапрабху пел, танцевал и посещал храм Господа Джаганатхи, а ночью вкушал нектар трансцендентных рас, игр Господа Шри Кришны в обществе своих самых близких преданных Рамананда Рая и Сварупы Дамодара Госвами. Так Шри Чайтанья Махапрабху счастливо проводил свои дни в Нилачале, в Джаганатхапуре. Переживания разлуки с Кришной приводили к тому, что в его теле проявлялись многочисленные трансцендентные симптомы. Да, это были уже... Дело подходило к завершающим играм Господа Чайтаньи. И Харидас Такур, он начал понимать, что Господь скоро уйдет. Потому что переносить... Те чувства, которые он переживал, чувство разлуки, было невозможно. Все преданные очень переживали. Однажды Господь Чайтанья просто исчез из своей хижины, которая была закрыта. То есть преданные услышали, что нету никаких звуков. Обычно Господь Чайтанья всю ночь повторял святое имя. Они открыли двери, там никого нет. О, Боже мой, куда он делся? То есть они начали бегать, везде искать. И нашли Господа Чайтанью, лежащим около северных ворот храма Джаганатхи, в месте, где обычно много коров. Там
выносят обычно остатки Махапрасада, и коровы доедают этот просад, поэтому они там все время живут, скажем так, вокруг. И они увидели, как целость ночью, обычно коровы ночью спят, коровы стояли, задрав хвосты, и как будто бы они вот, ну, не знаю, что-то нектарное там было в середине, они так вот вокруг это чего-то. Преданные начали, да, расталкивать корову, увидели, что да, они все лизали тело Чайтаньи Махапрабху. Его тело было очень особое, приняло форму, то есть под силы любви, которую он переживал, его конечности все втянулись, и оно превратилось прям как в тыкву, похоже на тыкву было. Конечно, обычное тело, материальное тело не способно переживать такие эмоции. Преданные начали воспевать киртаны, и в какой-то момент Господь Чайтанья, да, принял свой обычный облик, пришел в сознание, во внешнее сознание. В другой раз он исчез также из комнаты, и преданные увидели, как он понесся, как ветер, в сторону океана и бросился в волны, да, океана и исчез. Преданные ныряли долго, то есть пытались найти его, но было безуспешно. Он исчез, и все преданные страшно, да, взволновались, они повсюду бегали вдоль берега с факелами. В конце концов, Сварупа Дамодара был самый, да, то есть он пошел далеко-далеко вдоль, где-то километров 30-40 от Джаганатхапури, то есть так долго они шли. Представьте, какая вера преданных, что ли. А вдруг где-то там. И в конце концов они увидели идущего рыбака, который ночью дошел. Очень странно такой: «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна». Да, у него текли слезы, и он шел, да, и: «О, Господи, спаси меня, Харе Кришна, Харе Кришна». Вот и преданно остановили его и спросили: «Ты кого-то видел?» Он говорит: «О, не ходите туда, там привидение, я сегодня поймал в сети большое привидение». Вот, и как только я коснулся его тела, в меня вошел какой-то дух, и я вот теперь не могу остановиться, повторяю Харе Кришна все время. «Пожалуйста, излечите меня», Сварупа Дамодара сказал. «Я лекарь, я тебя излечу, но покажи нам это привидение». «Наверное, это Шри Чайтанья Махапрабху». «Нет, Шри Чайтанья Махапрабху я видел, это не он, это какое-то привидение, то есть оно огромного роста, пятиметровое или больше даже». Вот, и тем не менее Сварупа Дамодара Госвами убедил его, и он привел и показал. Это было тело, да, Шри Чайтанья Махапрабху в сетях. Вот оно вытянулось, наоборот, все суставы, говорится, порядка 5 сантиметров вытянулись, и он был огромного, да, роста. Прямо опять начали петь святое имя, и тело опять соединилось. И, конечно, ну, Харидас Такур и другие преданные, наблюдая за всем этим, видя, как усиливается с каждым днем чувство разлуки Господа Чайтаньи, они все переживали: «Господь скоро покинет нас, он скоро, это невозможно, да, то есть ничто не может уже, он не может терпеть эту разлуку». И поэтому Харидас Такур, то есть он начал думать: если Господь уйдет раньше, чем я уйду отсюда, я не переживу его разлуку. Я не знаю, как я смогу пережить это. Даже вот эти моменты, когда Господь скрывался на какое-то время, это было очень тяжело преданным пережить. И Харидас Такур особенности, он... Так, давайте посмотрим, да, как он решит этот вопрос. И он подумал: я хочу уйти раньше, чем Господь завершит свои игры. Итак, день ото дня все эти симптомы проявлялись со все большей и большей силой. Все эти симптомы, такие как трансцендентное беспокойство, возбуждение, бессвязные речи, в точности соответствовали описаниям в шастрах. Это не были наигранные эмоции, это были настоящие эмоции любви, которые переживал Господь Гауранга. Поэтому здесь говорится со точным соответствием с описаниями шастр. Шастра описывает, да, все эти возвышенные эмоции, которые на самом деле мог испытывать только Шримати Радхарани или Господь Гауранга, Махабхава во все ее проявлении полном. Итак, Сварупа Дамодара Госвами Рамандарай
главные из помощников в играх Шри Чайтанья Махапрабху оставались с ним и днем, и ночью. Однажды Говинда, личный слуга Шри Чайтанья Махапрабху, с большой радостью поднес Харидас Такуру остатки трапезы Господа Джаганатхи. Придя к Харидас Такуру, Говинда увидел, что тот лежит на спине и очень медленно повторяет святое имя на четках. Обычно он достаточно бодро повторял. Ну, три лака святых имен повторять, это надо очень, да, ну, святое имя плясало. А теперь он бежал, Харе Кришна, 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 да, и медленно повторял. То есть тело было очень слабым. «Пожалуйста, встань и прими Махапрасад», — сказал Говинда. Харидас Такур ответил, «Сегодня я буду поститься. Я еще не закончил повторять обычное число святых имен на четках. Как же я могу поесть? С другой стороны, ты принес мне Махапрасад, и как я могу им пренебречь?» С этими словами он вознес молитву Махапрасаду и съел небольшой кусочек. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Махапрасад не отличен от Кришны, поэтому нужно не есть его, а почитать. Здесь сказано, Корила Вандана вознес молитвы. Мы не должны относиться к Махапрасаду как к обычной пище. Слово «прасада» означает «милость». Следует считать прасад милостью Кришны. Шрила Бхактивинод Такур утверждает, Кришна Бада Дая Майя Карибари Джихва Джая Сваб Прасада Анна Дила Бхай. Кришна очень милостив. В материальном мире все мы очень привязаны вкусным блюдам, поэтому Кришна ест много изысканных блюд и возвращает их преданным, чтобы удовлетворить их потребность во вкусной еде. И одновременно с этим дать им возможность прогрессировать в духовной жизни. Поэтому мы никогда не должны приравнивать Махапрасад к обычной пище. Шрила Прабхупада, преданный, да, рассказывает, очень медитативно все время вкушал Махапрасад. То есть он реально почитал, вот в такой медитации находился. Вот, и да, здесь тоже можно видеть, как преданные тоже почитали Махапрасад. Итак, на следующий день Харидас Такуру зашел в Шри Чайтанья Махапрабху и спросил, «Здоров ли ты, Харидас?» Харидас выразил почтение Господу и ответил, «Мое тело здорово, нездоровы мои ум и чувства, ум и разум». Шри Чайтанья Махапрабху спросил Харидаса, «Ты знаешь, что за болезнь у тебя?» Харидас Такур ответил, «Моя болезнь в том, что я не могу закончить повторение установленного числа святых имен». Комментарий. Если преданный не может закончить повторять установленное число святых имен на четках, это значит, что он духовно болен. Шрила Харидас Такура именует Намаачарьей. Разумеется, мы не можем подражать Харидас Такуру, но каждый из нас должен повторять предписанное количество святых имен. В нашем движении сознания Кришны мы установили такую норму, которая не слишком обременительна для западных преданных. Минимум 16 кругов Махамантры на четках. Эти 16 кругов нужно повторять обязательно, причем повторять вслух, так, чтобы и сам преданный слышал святое имя, и окружающие. «Ты стал старым, — сказал Господь, — поэтому можешь сократить число святых имен, которые ты повторяешь ежедневно. Ты уже обрел освобождение, и потому тебе нет нужды так строго следовать регулирующим принципам». И Шрила Прабхупада пишет, что до тех пор, пока преданный не достиг уровня спонтанной любви к Богу, он должен следовать регулирующим принципам. Такур Харидас был живым примером того, как им нужно следовать. Не менее ярким примером был и Рагунат Дас Госвами. В Шат Госвами Аштаке говорится «Санхья Пурва Канама Гана Натипхих Кала Басани Критау». Госвами, в особенности Рагунат Дас Госвами, строго следовали всем регулирующим принципам. Главный регулирующий принцип – это повторять Махамантру Харе Кришна настолько громко, чтобы ясно ее слышать, и делать это определенное число раз. Рагунат Дас Госвами не только повторял фиксированное число святых имен на четках, но и следовал обету много раз кланяться и выражать почтение Господу. Господь Чайтанья продолжил, «Ты воплотился, чтобы даровать спасение всем людям. Ты уже достаточно проповедовал славу святого имени в этом мире».
И Шрила Прабхупада, да, прославляет Харидас Такура. Харидас Такур известен как Нама-ачарья, потому что именно он широко проповедовал славу повторения Харинамы, святого имени Бога. Слово «Томара Аватара», «Твое воплощение», произнесенное Шри Чайтанья Махапрабху, подтверждает, что Харидас Такур был воплощением Господа Брахмы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет, что возвышенные преданные помогают Господу, Верховной Личности Бога, в Его миссии, и что такие преданные или личные спутники Господа воплощаются в этом мире по воле Верховного Господа. Верховный Господь приходит сюда по собственной воле, и по Его же воле воплощаются Его ближайшие спутники. Они помогают Ему исполнить свою миссию. Таким образом, Харидас Такур — воплощение Господа Брахмы, и другие преданные также воплотились здесь, чтобы помогать Господу в Его миссии. Итак, Господь заключил: «Теперь прошу тебя, сократи число кругов Махамантры Хари Кришна». Харидас Такур ответил: «Пожалуйста, послушай, чего я хочу на самом деле. Я очень низкого происхождения, и мое тело вызывает отвращение. Я всегда погружен в постыдную деятельность, поэтому я самый низкий, презренный из людей. Люди оскверняются, просто глядя на меня или касаясь моего тела. Но ты принял меня в свои слуги. Тем самым ты спас меня из ада и поднял до уровня Вайкунхи. Мой дорогой Господь, ты полностью независимая верховная личность Бога. Ты поступаешь, как сам того пожелаешь. Весь мир танцует и действует по твоей воле. Мой дорогой Господь, по своей милости ты заставил меня танцевать, как ты хотел. К примеру, хотя я и был рожден в семье мясоедов, мне поднесли Шрадхапатру, которую обычно предлагали самым почтенным брахманам». Да, мы это рассказывали несколько дней назад, как Адвайта Ачарья, великий преданный, он также был известным, почитаемым брахманом в Навадвипе, одним из самых пожилых таких, ну, уважаемых брахманов. И однажды Адвайта Ачарья, да, устроил церемонию Шрадхи, то есть подношение предкам. И в соответствии с этой церемонией нужно было накормить брахманов, и главное подношение нужно было угостить самого почтенного из брахманов. И Адвайта Ачарья прошел мимо всех брахманов, которые смотрели, кого же он выберет. Он прошел мимо и подошел к Харидас Такуру и поставил тарелку перед ним. И Харидас сказал: «Ты что делаешь? Я же низкорожденный, ты сейчас что подумают о тебе все эти брахманы?» Сказал: «Я действую в строгом соответствии со священными писаниями, потому что такой вайшнав, как ты, вот, угостить такого вайшнава, как ты, это все равно, что покормить 10 миллионов обычных брахманов, поэтому я делаю все в соответствии, да, с этим предписанием». И здесь Харидас Такур вспоминает этот момент. «С давних пор, — продолжил Харидас Такур, — у меня было одно желание. Я думаю, что очень скоро, мой Господь, ты завершишь свои лилы в этом материальном мире. Я не хочу видеть, как ты завершишь свои лилы в этом мире. Прежде чем это случится, позволь мне покинуть тело в твоем присутствии». Вот так Харидас Такур решил обратиться. Конечно, сердца всех преданных в этот момент, да, сжались. «Я хочу поставить твои лотосные стопы себе на сердце и созерцать твой луноподобный лик. Пусть на устах у меня будет твое святое имя, Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья. Пожалуйста, позволь мне покинуть свое тело именно так. О всемилостивый Господь, если будет на то твоя милость, пожалуйста, исполни мое желание. Пусть это презренное тело упадет перед тобой. Ты можешь осуществить это самое заветное из всех моих желаний». Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Дорогой Харидас, Кришна столь милостив, что он исполнит все, что ты пожелаешь. Но все мое счастье в общении с тобой не пристало тебе уходить, оставляя меня». Ухватившись за лотосные стопы, Шри Чайтанья Махапрабху, Харидас Такур сказал: «Мой Господь, не обманывай меня. Хотя я такой грешник, ты должен обязательно дать мне эту милость. Мой Господь, в Твоем окружении есть много великих людей, миллионы преданных, достойных того, чтобы я носил их на своей голове. Все они помогают Тебе в Твоих играх. Мой Господь, если такое ничтожное насекомое, как я, умрет, то какая в этом потеря?
Когда умирает муравей, разве это потеря для мира? Мой Господь, Ты неизменно благосклонен к своим преданным. Я всего лишь подобие преданного. Но тем не менее, я хотел бы, чтобы Ты исполнил мое желание. Я надеюсь на это. Наступило время выполнять полуденные обязанности, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху собрался уходить. Было решено, что он снова навестит Харидас Такура на следующий день после посещения храма Господа Джаганнатхи. Обняв Харидас Такура, Шри Чайтанья Махапрабху ушел совершать свои ежедневные дневные обязанности, направившись к океану для омовения. На следующее утро, после посещения храма Джаганнатхи, Шри Чайтанья Махапрабху в сопровождении всех остальных преданных поспешил навестить Харидас Такура. Шри Чайтанья Махапрабху вместе с преданными приблизился к Харидас Такуру, который выразил почтение лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху и всех вайшнавов. Господь Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «Какие новости, дорогой Харидас?» Харидас Такур ответил: «Мой Господь, новостью будет любая милость, которую Ты мне явишь». Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху немедленно начал большой киртан во дворе. Вакрешвара Пандит был главным танцором. Вакрешвара Пандит особенно выделялся среди всех танцоров преданных. Он и в духовном мире тоже танцор, поэтому это его вечная сварупа танцевать для Кришны. И когда он танцевал, однажды он танцевал трое суток подряд. Сколько это? 72 часа, да, 72 часа подряд. Рекорд Гиннеса. И его танец был, ну, не просто как там, мы слегка перекачиваемся с одной ноги на другую. Это было полное проявление всех, вот со всей силой он выражал все чувства. Он подпрыгивал, иногда он падал, катился. То есть он танцевал с, в общем, полной самоотдачи. Это было 72 часа подряд. Это невозможно в обычном, да, материальном теле даже такой пережить. Но Вакрешвара Пандит был переполнен Кришна-премой. И так он танцевал, как самый известный танцор среди всех спутников Господа Чайтаньи. Он танцевал во время, да, ухода Харидас Такура. Все преданные Шри Чайтанья Махапрабху во главе со Сварупой Дамодарой окружили Харидас Такура и стали вместе петь святое имя. Перед всеми великими преданными, такими как Рамананда Рай, Сарвабхаума Бхаттачарья, Шри Чайтанья Махапрабху стал превозносить святость Харидас Такура. Шри Чайтанья Махапрабху прославлял трансцендентные качества Харидас Такура так, что казалось, будто у него 5 уст. И чем больше он превозносил его, тем счастливее становился. Все преданные восхищались, слушая трансцендентных качеств Харидас Такура. Они все склонились к его лотосным стопам. Харидас Такур попросил, чтобы Шри Чайтанья Махапрабху сел перед ним и стал сосредоточенно смотреть на лицо Господа, подобное лотосу. Глаза его при этом стали как два шмеля. Он поставил лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху себе на сердце и посыпал голову пылью с лотосных стоп всех присутствующих преданных. Он стал повторять святое имя Шри Кришна Чайтаньи снова и снова. Пока он пил нектар красоты лика Господа, слезы непрерывным потоком текли у него из глаз. Произнося святое имя Шри Кришна Чайтаньи, он испустил жизненный воздух и покинул свое тело. Став свидетелями этого чуда, как Харидас Такур покинул тело по собственной воле, подобно великим йогам-мистикам, все преданные невольно вспомнили уход Бишмы. Бишмадева тоже, да, ушел по своей воле. Он пролежал на стрелах больше месяца, да, то есть больше месяца он лежал на стрелах, ждал, пока наступит благоприятный день, ну и ждал, пока Кришна придет точно так же. И точно так же, глядя на лотосный лик Господа, Бишма, да, покинул свое тело. Это была похожая, да, сцена. Все они стали очень громко петь святые имена Хари и Кришна, и Шри Чайтанья Махапрабху преисполнился экстатической любви. Охваченный огромной экстатической любовью, Господь поднял тело Харидас Такура на руки и стал кружиться с ним во дворе. Созерцая проявление экстатической любви Шри Чайтаньи Махапрабху, все почувствовали себя очень беспомощными.
Побуждаемые его любовью, они сами стали петь и танцевать в экстазе любви к Богу. Так Шри Чайтанья Махапрабху танцевал некоторое время. После чего Сварупа Дамодара Госвами напомнил ему о том, что нужно провести другие ритуалы с телом Харидас Такура. Тело Харидас Такура поместили на паланкин в форме воздушного корабля и понесли к океану, сопровождая процессию пением святого имени. Шри Чайтанья Махапрабху танцевал во главе процессии, а Вакрешвар Пандит вместе с другими преданными пели и танцевали позади него. Шри Чайтанья Махапрабху омыл тело Харидас Такура в океане и объявил: «Отныне этот океан стал великим местом паломничества». Ну, океан Джаганнатхапури и до этого был известен, то есть он считается неотличным от молочного океана, посреди которого находится обитель Господа. То есть он считается тирхой или одним из святых мест паломничества, в котором паломники приходят, совершают омовение. Но теперь, да, мы в тело Харидас Такура, да, то есть Господь объявил, что это стало вообще особым местом паломничества. Это омовение как раз происходило неподалеку от того места, где находится сейчас Исконовский храм, и где недалеко находится тоже самадхи Харидас Такура. Собственно, в этом месте преданные обычно, да, не омывают, омовение принимают, наше особое место. Все преданные пили воду, которая омыла лотосные стопы Харидас Такура. А затем умастили его тело сандаловой пастой, поднесенной Господу Джаганнатхи. Тело Харидас Такура поместили в яму, выкопанную в песке. Сверху на него положили остатки подношений Господу Джаганнатхи, такие как шелковые веревки, сандаловую пасту, пищу и одежду. Вокруг преданные проводили киртан, а Бакрешвар Пандит в блаженстве танцевал. Шри Чайтанья Махапрабху сам своими трансцендентными руками засыпал тело Харидас Такура песком, восклицая: «Харибол! Харибол!». Преданные засыпали тело Харидас Такура песком и на этом месте соорудили возвышение, обнеся его оградой. Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал вокруг этого возвышения, и громоподобный звук святого имени Хари наполнил все мироздание. После санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху вместе со своими преданными совершил Харе Кришна, совершил омовение в океане, плавая и играя в воде в великом восторге. Обойдя вокруг могилы Харидас Такура, Шри Чайтанья Махапрабху направился к львиным воротам Симхадвари, храма Господа Джаганнатхи. Все горожане участвовали в киртане, и громоподобный звук этого киртана разносился по всему городу. Придя к Симхадвари, Шри Чайтанья Махапрабху развернул свой фартук для подаяний и стал просить просад у торговцев. «Я прошу просад для пира в честь ухода Харидас Такура», — говорил Господь. «Пожалуйста, дайте мне что-нибудь». Услышав это, все торговцы тут же выносили большие корзины просада и с большой радостью стали протягивать их к Господу Чайтанье. Однако Сварупа Дамодара остановил их, и торговцы вернулись вместе с корзинами в свои лавки. Сварупа Дамодара отправил Шри Чайтанья Махапрабху домой, оставив с собой лишь 4 вайшнавов и 4 носильщиков. Сварупа Дамодара Госвами сказал всем лавочникам: «Дайте мне по четверти пригоршни от каждой разновидности просада». Так всевозможный просад был собран и упакован по корзинам. 4 носильщика несли эти корзины на своих головах. Помимо Сварупы Дамодара Госвами, большое количество просада также прислали Ванинатха Патанаяка и Кашемишра. Шри Чайтанья Махапрабху усадил всех преданных рядами и сам стал раздавать им просад, взяв помощники 4 человек. Шри Чайтанья Махапрабху не привык принимать просад понемногу, поэтому на каждую тарелку он накладывал столько, что хватило бы на 5. Сварупа Дамодара Госвами попросил Шри Чайтанья Махапрабху: «Пожалуйста, сядь и наблюдай за всем, а я с твоими помощниками буду раздавать просад». 4 преданных Сварупа Дамодара, Джагадананда, Кашишвара и Шанкара раздавали просад без передышки. Никто из преданных не начал бы есть до того, как начнет сам Господь. Однако в тот день Кашемиша пригласил Господа к себе на обед.
Поэтому Кашемиша сам пришел и с большой любовью разложил просад перед Шри Чайтаньей Махапрабху и попросил его начать есть. Шри Чайтаньей Махапрабху с Параманандой Пури и Брахманандой Бхарати сели и присутствовали, и приступили к просаду. Затем их примеру последовали все другие вайшнавы. Все наелись досыта, потому что Шри Чайтаньей Махапрабху все время говорил раздатчикам просада: «Добавьте им еще, добавьте им еще». После того, как все закончили есть, помыли руки и сполоснули рот, Шри Чайтаньей Махапрабху надел каждому из них на шею гирлянду и украсил каждого сандаловой пастой. Охваченный экстатической любовью, Шри Чайтаньей Махапрабху благословил всех преданных. Его благословение вселило большую радость в сердце всех. Шри Чайтаньей Махапрабху благословил всех такими словами: «Любой, кто участвовал в празднестве в честь ухода Харидаса Такура, кто пел и танцевал на нем, кто засыпал песком тело Харидаса Такура и кто принимал здесь просад, очень скоро обретет милость Кришны. Таково могущество лицезрения Харидаса Такура. Из милости ко мне Кришна даровал мне возможность общаться с Харидаса Такуром. Но он же, никому не подвластный, теперь лишил меня своего общества. Когда Харидаса Такуру хотел покинуть материальный мир, не в моих силах было его удержать. Харидаса Такур расстался с жизнью по своей воле, точно так же, как некогда по своей воле покинул тело Бишма, о чем мы знаем из шастр. Харидаса Такур был драгоценным камнем, венчавшим этот мир. После его ухода мир лишился этого камня. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху попросил всех: «Воскликните же: слава, слава Харидаса Такуру!» И начинайте петь святое имя Хари. Харидаса Такур ки джай. С этими словами он сам принялся танцевать. Все воскликнули: «Слава, слава Харидаса Такуру, который явил миру важность повторения святого имени Господа!» После этого Шри Чайтанья Махапрабху попрощался со всеми преданными и со смешанным чувством радости и скорби удалился на отдых. Итак, я рассказал о триумфальном уходе Харидаса Такура. Любой, кто услышит этот рассказ, обязательно утвердится на пути преданного служения Кришне. Комментарий. Пурушоттама Кшетри, Джаганатхапури, есть храм Тота Гопинатхи. Если идти от него по направлению к морю, мы придем к месту погребения Харидаса Такура. Ежегодно в день Ананта Чатурдаши там отмечается годовщина ухода Харидаса Такура. В этом месте примерно 100 лет назад были установлены божества Нитянанды Прабху, Шри Кришна Чайтаньи Махапрабху и Адвайты Прабху. Эти божества были установлены на пожертвование некого Брама Равары из селения Кандарапара в штате Ориса. Об этом храме заботились госвами из храма Тота Гопинатхи. Позже данный храм был продан другой группе вайшнавов. И купившая его группа сейчас заведует Севапуджи в нем. Недалеко от этого храма и место погребения Харидаса Такура Шрила Бхактивинода Такур построил небольшой дом, назвав его Бхакти Кути. В 1329 году по бенгальскому календарю, или 1922 год нашей эры, неподалеку был открыт Пурушоттама Матх, отделение Гауди Матха. Бхакти Ратнакари говорится: «Шриниваса Такур быстро побежал к берегу океана. Увидев место погребения Харидаса Такура, он тут же пал ниц, вознося молитвы, и чуть было не лишился чувств. Присутствовавшие при этом преданные успокоили его ласковыми словами, и Шриниваса снова выразил почтение усыпальнице». Рассказ о том, какую скорбь разлуки почувствовал Шриниваса подле усыпальницы Харидаса Такура, заставляет сердца слушателей таять. Из рассказа об уходе Харидаса Такура и описания того, как Шри Чайтанья Махапрабху отмечал его, можно понять, как велика его любовь к своим преданным. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху величайший из саньяси, он полностью удовлетворил желание Харидаса Такура. Шри Чайтанья Махапрабху был рядом с Харидасом Такуром в момент его смерти и позволил ему касаться себя. Потом он поднял тело Харидаса Такура на руки и танцевал с ним. По своей беспричинной милости Господь сам засыпал
песком тело Харидас Такура и сам просил просад у лавочников. После этого он устроил пир в честь ухода Харидас Такура. Харидас Такур был не только возвышенным преданным, но и обладал глубочайшими познаниями. Ему выпала на долю удача покинуть этот мир до ухода Шри Чайтаньи Махапрабху. Комментарий. Здесь говорится, что Харидас Такур был величайшим знатоком писаний, парама-видван. В действительности, самая важная наука – это наука о том, как освободиться от такого материального существования. Любой, кто знает эту науку, должен считаться величайшим ученым. Каждый, кто понял бренность материального мира и знает, как достичь вечного положения в духовном мире, каждый, кто знает, что Верховную Личность Бога нельзя постичь эмпирическим путем, должен считаться величайшим ученым. Харидас Такур постиг эту науку в совершенстве, поэтому его здесь называют Парамавидван. Он сам проповедовал важность повторения Маха-мантры Хари Кришна, которое рекомендуют священные писания. Шримад-Бхагаватам говорится: «Ити пунсар пита вишнау бхактиш чен нава лакшана криета бхагаватьятха тан манье дитам уттамам». Существует 10 методов преданного служения Кришне. 9 методов, извиняюсь. Самыми важными из которых являются шраваном и киртаном, слушание и повторение. Харидас Такур прекрасно знал эту науку, поэтому к нему применим эпитет «Сарва Шастра Дхити». Любой, кто постиг суть всех ведических писаний, должен считаться самым образованным человеком, в совершенстве постигшим смысл всех шастр. Итак, деяния и качества Шри Чайтаньи Махапрабху подобны океану нектара, одной капли которого достаточно, чтобы доставить удовольствие слуху и сердцу. Любой, кто стремится пересечь океан невежества, пусть слушает с великой верой о поступках и качествах Шри Чайтаньи Махапрабху. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость, и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанью Чаритамриту. Харе Кришна. Шрила Харидас Такур ки джай, Шри Чайтанья Махапрабху ки джай, Нитай Гаур Премананды. Харе Кришна. Ну, если что-то хотите сказать или спросить, пожалуйста, можно что-то. Или попоем киртан. Есть, да? Я вам хотел спросить. А, сейчас. Харидас Такур, он считал свое тело низкорожденным, хотя говорится, что он родился в семье брахманов. И в то же самое время он относился к своему телу, можно сказать, с неким пренебрежением, как он так выразился, как там такое, не совсем так красиво про свое тело сказал. А с другой стороны, мы же знаем, что тело — это храм Кришны. Вот, и это тело — это инструмент для служения Кришне. Вот где баланс, как у С социальной точки зрения, рождение Харидас Такура считалось рождением, ну, в семье людей, которые, ну, принимали мясо, да, то есть яванов. Вот, то есть он родился, ну, я слышал такую версию, что он как бы родился в брахманистской семье, но воспитывался в мусульманской. Вот. Но в Чайтанья Бхагавате говорится, что он родился в мусульманской семье. Ну, в общем, так или иначе, это какая-то, да, может быть, разные версии есть какие-то. Ну, вот я, то, что я читал в Чайтанья Бхагавате, вот мы несколько дней назад читали, там говорится, что он родился в мусульманской семье. Вот. Ну, в любом случае, воспитывался или родился, то есть это было так. Но он ушел из дома достаточно в ранней юности. Вот. И он с самого детства уже, да, был преданным. Поэтому, ну, он великой Махабхагаватой был с самого рождения. То есть это сам Господь Брахма, явившийся. Тем не менее, это было желание Господа Брахмы появиться в играх Господа Чайтаньи в очень низком социальном статусе, чтобы у него не было возможности возгордиться. Потому что он считал, что именно гордость своим положением и своими знаниями, как Господа Брахмы, который все знает, все как бы, ну,
помешало, как он считает, ему правильно воспринять Кришну. Вот. И поэтому он хотел быть, вообще не иметь никакого вообще статуса. И Господь Чайтанья, да, в общем, удовлетворил это желание Харидаса Такура, поэтому появился в такой семье, но очень быстро ее покинул и отправился, соответственно, вот он пришел на Вадвипу в достаточно юном возрасте, он был в то время, это еще до прихода Господа Чайтаньи, вот, и там он, да, совершал уже свой бхаджан, повторял по 300 тысяч святых имен уже тогда. Конечно. То есть он, они вместе с Адвайта Ачарьей молились, чтобы призвать Чайтанья Махапрабху. Это несколько лет продолжалось. И до этого он уже, да, много лет совершал баджану. И до этого его еще, до того, как явился Господь Чайтанья, его избивали на 22 базарных площадях. Это все было до этого. Поэтому он достаточно пожилом возрасте уже был, когда Чайтанья Махапрабху. Ну, как, примерно они с Адвайта Ачарьей, примерно, можно сказать, ровесники. А почему тогда, когда Господь Чайтанья... Микрофон. Почему тогда, когда Господь Чайтанья, по-моему, в доме Шивастакура, он показал следы от того, как, ну, избивали Шивастакура, да, он сказал, что это я прикрывал тебя своим телом. Да. Ну, Господь пришел с Вайкунхи, он говорит, я с Вайкунхи не сходил, чтобы защитить тебя с Сударшина чакры. И я принял эти удары, вот смотри. То есть Господь рассказывал, как он проявлялся в жизни преданных, даже еще до того, как он явился. Что он всегда был с преданными. Это очень трогало преданных, конечно. Это было великое откровение. И Харидас Такуру, он рассказал, как он проявлялся, еще когда он даже не явился. И он показал, что вот, видишь, я тогда еще, да, был... То есть, ну, защищал фактически Харидаса Такура. Так, поэтому это, да, это происходило до этого. Харе Кришна. Кто-то еще? Да, Надежда. Кришна, дорогой Гуру Махарадж, скажите, вот читаем Чаритамриту, и там везде видно, как преданные привязаны друг к другу, как они любят друг друга беззаветно, и вот как это реализовать сейчас, потому что когда вы читаете, это такая сладость настоящих отношений, глубоких, искренних, и не всегда так получается, мне очень хочется вот это настроение развивать. Мы можем, да, читая об этих настроениях, это будет все равно постепенно как пробуждать у нас подобное отношение к преданным. А вот просто почитав, услышав об их отношениях, ты начинаешь по-другому смотреть на преданных. Ну, по крайней мере, может быть, прямо так вот не можешь, но гораздо теплее можешь относиться. Это уже как бы... Поэтому это важно для нас регулярно читать об играх Господа Чайтанья, потому что Господь Чайтанья явился для того, чтобы показать нам пример, да, то есть настоящей любви. И он являл это вместе со своими преданными. Читая об этом, мы учимся этому примеру. А как мы научимся культуре этой любви? У нас нет другого варианта, как соприкасаться с этим, как с этим откровением. И благословение этих игр таково, то есть этих описаний таково, что это как бы входит, как сейчас мы читали, тот, кто выслушает это, утвердится на пути преданного служения. Так что все, вы обречены утвердиться. Вот тот, кто услышит это, да, обретет, да, несомненно, да, обретет любовь к Богу, Господу и так далее. Разные благословения, то есть эти лилы, они даруют. Это не просто слова, это реально как бы благословения эти приходят, они накапливаются. И сердце преданного меняется постепенно. Очевидно, что преданные Господа Чайтанья особые преданные. То есть это всегда удивительно видеть. Ну и постепенно, да, мы можем наблюдать, как старшие вайшнавы проявляют эту любовь друг с другом. Тоже можно видеть это в отношениях, учиться этому. И у нас начинается ретрит, это тоже ретрит посвящен взаимоотношениям с Кришной и с его преданными, которые, да, съедутся. Это всегда, Кришна всегда окружен преданными. Вот, и здесь тоже будет что-то необычное эти дни.
Хари Кришна. Хорошо, давайте тогда, наверное, споем киртан в честь ухода Харидас Такура и завершим сегодняшнюю программу. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Hare.
Radha Madama, Radha Madama, Radha.
Гауранга Кида, Шила Прабхупада Кида, Мама Чарья Шила Харидас Такур Кида, Харе Кришна. Спокойной всем ночи. Харе Кришна. Спасибо вам большое.